А вот студентам технического университета рассказали о роли энергетиков в Великой Отечественной. Встреча прошла в рамках проекта «Русгидро. Как воевали плотины», посвященного 70-летию Победы. Его цель – обратить внимание на ГЭС, построенный в довоенное время. Ребятам показали уникальные материалы, воспоминания ветеранов войны и труда, подлинные документы той эпохи. Среди них интересные истории о людях и плотинах, переживших войну. Подобные встречи пройдут в районах и городах республики, где расположены гидроэлектростанции «Русгидро». Мы хотим через это мероприятие довести, особенно до нашей молодежи, о том, несмотря на все трудности, тяжести тех лет, военных лет, наши энергетики работали, не жалея себя. Они практически работали круглосуточно, чтобы давать электроэнергию оборонной промышленности и тем самым вносили свой огромный вклад, чтобы быстрее одержать победу над фашистской Германией.